Итак, дорогие друзья, добро пожаловать на сегодняшнюю торжественную такую презентацию EXW. Почему торжественная? Потому что сегодня 25.12.2019 года, декабрь месяц, а в Германии, в Европе в целом у нас Рождество Христово. Но сегодня по средам, как и всегда, мы вам подаем качественный контент. Добро пожаловать и поздравляю вас, что вы нашли время узнать о уже нашумевшем, да, нашумевшем решении, которое сейчас распространяется уже в больше 80, да, правильно, странах мира. У нас уже за 4 месяца активной работы сообщества в 23 тысячи людей, наверное, уже сейчас 25 за эти пару дней стало тысяч именно, да. И почему так много о EXW сейчас говорят, мы узнаем по слайдам. Давайте просмотрим вместе и уже тогда вам будет понятно. Итак, давайте я представлю себя. Меня зовут на немецком Хайнрих Кернер, на русском зовут меня Андрей Кернер. Я являюсь CSO компании и главное развитие в странах СНГ. И что это означает, что за CSO, вы чуть-чуть позже еще узнаете. И какие преимущества общения именно с нашими лидерами, да, через наши возможности. И что касается русскоязычной сферы, вы тоже чуть позже узнаете. Ну, в целом узнаем о EXW, что такое EXW, то есть само предприятие. Мы узнаем о самих основателях, узнаем, почему все крутится вокруг EXW токена и почему вся ценность находится в экосистеме, которая состоит из многих моментов, как, например, из Real Estate Cloud. Об этом мы чуть-чуть позже пообщаемся. Итак, давайте по слайдам поехали. Что такое EXW? Да, это кошелек. Но это не все, да, вот меня многие спрашивают, говорят, ну вот опять еще один кошелек, их так и так уже много, да, естественно, друзья, ну машин тоже много, и в машине, в любой машине есть базовый или базовый туль, да, это руль, есть колеса, соответственно, для того, что компания EXW создала, для этого нужен кошелек, естественно, да, для этого нужен также обменник, но в целом это решает именно задачу старой экономики, да, и проблемы старой экономики. И мы говорим в целом о глобализации, то есть о рынке IT-продукте, который востребуется и уже сейчас принимается, да, уже глобально, да, и все больше государств будут со временем подключаться, где мы будем решать именно проблемы старой экономики. Мы об этом сейчас поговорим еще, вы поймете, к чему я веду. То есть платежи в целом, да, это один из самых трендовых рынков на сегодняшний день, да, сегодняшний, вот вы, может быть, заметили, да, время, оно кардинально отличается от того, что было лет 15 или 20 назад, а может быть, даже и 10. На сегодняшний день вы можете с карточкой подойти к платежу, к терминалу платежному, да, не прикоснувшись, сделать оплату, бесконтактный платеж. То же самое вы можете телефон прикрутить, уже в телефоне прикрутить вашу карточку и проплатить с телефона, прикоснув телефон или рядом его, да, прикоснув там к самому терминалу. Да, смарт-вотч часы. То есть проходит конкретный процесс изменений, и эта сфера очень перспективна, и мы как компания EXW и компания EXW находится здесь уже как одна из ведущих, или позиционирует себя как одна из ведущих компаний в сфере умных платежей. И мы узнаем далее, как это работает. И эффективность, естественно, тоже немаловажно. Давайте посмотрим. Головной офис Евросоюзе. Евросоюз, мы это понимаем конкретно, холдинг сам, да, зарегистрирована наша холдинг АГ в Лихтенштейне. Под ней выстраиваются в разных странах Евросоюза свои же компании. И цель в целом, да, под этим холдингом открытие представительств и активных офисов по всему миру. Да, и сейчас уже у нас в Таиланде, в Арабских Эмиратах, в Вьетнаме и Южная Америка, Бразилия уже открыты офисы. Или вот уже скоро откроются и в других странах. Старт в 2019 году, да, у нас это в августе 5-го все запустилось. За это время прошел колоссальный
да, объем работы, что был сделан компанией, был сделан лидерами компании, адвайзерами, всем тем, кто с самых первых дней старается, в том числе и наша команда, да, с первого дня мы находимся в компании, видим в этом абсолютную перспективу, и поэтому, естественно, 4 месяца проработали, да, и работать готовы дальше, это только позиционирование. Всех вас уже поздравляю, всех тех, кто уже сейчас в этом году в компании, вы сегодня присутствуете или смотрите этот ролик, вы правильный выбор сделали, вы очень круто запозиционировали себя уже сейчас, и любой человек, который сейчас для себя увидит в этом возможность, даже как бизнес-возможность в дальнейшем, да, это уже зависит от того, как, насколько вам это откликнется, да, вы можете получать в предложение XW с разных сторон свою выгоду, одна из них это построение бизнеса, да, и это, естественно, сейчас очень важно быть впереди, да, потому что выстраивается глобальный бренд, это не стартап уже, это, можно сказать, и мы идем, или компания идет на путь всемирного концерна. Уже сейчас 150, вернее, 100 плюс корпоративная команда, ну, где-то 150, наверное, есть. Это именно разные как раз вот адвайзеры, менеджеры, которые трудятся в разных уголках мира для продвижения общей идеи. И сейчас предпусковая стадия. На самом деле, да, мы начинаем писать историю, забегая наперед, уже 4 января. Это конвеншн в городе Висбаден, в Германии. Всех вас приглашаю. Обязательно это очень важный момент. Здесь будут анонсированы очень важные очень важная информация, касающая продвижения компании в следующем году, следующие 5-10 лет. И ну, все те, кто будут на этом мероприятии, получат невероятный заряд энергии и могут сказать, я могу уверенно сказать, что бизнес у вас пойдет реально в гору, потому что это будет реально нужный заряд. Кто основатели за этой всем, это слева начиная Бенджамин Херцог, фаундер, да, это молодой предприниматель, который уже очень рано начал писать там разные программы, создал свою команду программистов, там исполнителей, и как компания, как своя компания Viva Payment Solutions выступал и выступает, в принципе, да, в B2B сфере, то есть для предпринимателей различных там направлений, да, то есть разные технические решения, что нужно было запрограммировать, в том числе и в банковской сфере, блокчейн сфере. А справа дальше у нас Мануэль Батиста и Пирмен Трогер, это кофаундеры, которые в процессе дела подключились. Их ребенок, если так назвать, это 3,5 года работы над продуктом «Наука». «Наука» — это обучающая платформа, это онлайн-университет, который подключаться будет к нам в следующем году, в течение первого квартала. И это отдельная аудитория, отдельный продукт, но об этом мы поговорим позже. Это часть нашей экосистемы. Но давайте вернемся к базе, да, потому что в каждой машине должен быть руль, должны быть колеса. Соответственно, и у нас должна быть какая-то простая, какое-то простое решение быть, которое будет использоваться на массу. А мы живем в мире, в котором очень много изменений. В том числе все больше людей слышат вокруг и около о так называемый блокчейн, индустрии, разных решений, и многие понимают, что что-то происходит, но происходит, возможно, без них, без их участия, потому что у них, ну, тупо не хватает знаний или информации, что конкретно происходит, возможно, и время не хватает разобраться в этом всем, да, но то, что что-то происходит, многим это ясно, да, и многие видят себя именно в той картине, что они находятся на том же перроне вокзала, где перед ними стоит этот поезд, и вроде бы набираются люди туда, и вагоны все больше и больше, рано или поздно он тронется, уедет, и кто-то останется на перроне вокзала стоять. Но мы тут говорим, друзья, именно о сервисе, который будет использоваться и уже, в принципе, востребован, во-первых, по всему миру, во-вторых, на очень широкую аудиторию, да, означает, вы, наверное, уже рано когда-нибудь были там в разных других городах, да, или где, скажем, не там, не в том городе вы живете, за границей, да, где другая валюта. Вы заходите в обменник, отдаете свои там рубли, гривни, евро, без разницы, доллары, да, и получаете какую-то местную валюту. За сам обмен вам начислили, вернее, вы заплатили комиссию, да, ничего другого и происходит здесь, только единственное, что обмен идет не между двумя государствами, а между двумя мирами, то есть нашими старыми деньгами, те же самые евро, доллары, гривни и так далее, и новыми деньгами, биткоин, этериум, и их много на самом деле, которые сейчас уже этаблировались и имеют очень значимый вес, да, в криптоиндустрии в целом, которые решают разные задачи. То есть мы даем такое звено, да, мы являемся звеном между этими двумя мирами, и за любой обмен клиент платит комиссию.
простота в сервисе или простота в использовании, в этом-то совсем-то и радость, да, то есть сервис построен так, чтобы его можно было использовать любому предпринимателю, конечно же, да, ну, любой домохозяйке, любому пенсионеру, тот, кто может какое-то приложение юзать, да, соответственно, может использовать этот инструмент. Так что, друзья, обменник. И теперь вы купили крипту, да, поменяли ее, там, евро, допустим, перевели, там, да, или биткоин перевели, поменяли. Вам нужен сервис, или многим нужен сервис, где хранить, опять же, ту же самую криптовалюту, да, это тоже компания предоставляется. Ну, трейдинг, пеймент, давайте мы дальше уже посмотрим, как все работает, потому что все крутится вокруг нашего EXW токена. Токен базируется на эфириуме ERC-20. И токен отображает успех компании. То есть, если, ну, многим, наверное, так более понятно, есть акции, да, которые тоже отображают успех компании. Ну, где-то похоже, чтобы было где-то, да, сравнение у вас, можно это также видеть. Потому что это единица, которая выявляется определенными факторами. Да. А первое – это количество клиентов. То есть, чем больше в компании клиентов, чем больше в компании делаются обменов в одну или в другую сторону, тем больше, естественно, платятся комиссии, тем больше выгоды, тем больше бизнеса. И чем больше теперь куплено криптовалюты, и она же должна где-то храниться, как мы только что поняли, да, и она хранится в этом случае на кошельках, которые предоставляются через компанию, это тоже влияет на успех компании и на общий объем. И количество EXW, да, тех людей, которые понимают, да, я покупаю этот токен, потому что он отображает успех компании, да, а компания выдает на данном этапе, не, ну, по сути, небывалые возможности, небывалые решения. И в январе мы еще узнаем очень много фишек, которые нас полностью сделают. Мы будем едины на рынке с таким предложением. Не могу много говорить, хотя знаю о чем. До 4 января нужно будет нам ждать. Потом уже официально будем мы в наших презентациях об этом говорить. Но почему покупают люди EXW? Потому что он отображает успех компании. И рост этого токена зависит от количества аудитории, от количества обменов, количества средств, количества купленных EXW. И все именно выстроено так, чтобы работала взаимовыгода для всех. Да? Вот. Соответственно, профитируют держатель токена от роста. После старта, 5 августа после старта, и на сегодняшний день у нас прирост на 25%. Да. Это первый момент. Второй момент, как можно еще дополнительно получить свою выгоду от экосистемы и в целом от компании, это если свои уже купленные EXW, уже мы их купили, да, они у нас уже на балансе лежат, в эквиваленте 300 евро и выше, мы переносим в так называемый бонус-валет. Означает, что этим шагом, это законно так нужно сделать, мы или клиент, который это делает, говорит, да, вот я хочу, чтобы вы на сумму X выше 300 евро, да, это наверх преграда нет, в принципе, компания с этим работала дополнительно. И вы получаете взамен не проценты, не рендиты, а получаете бонус. Да, это в процентном эквиваленте, но это бонус официально от компании. Выплачивается тем же самым токеном. Да, и выплачивается от 0 до 0,32% в день. Почему от 0 до? Потому что, ну, так мы должны это писать. Мы находимся в высокорискованном бизнесе, как бы там ни было. Это новые технологии. Здесь есть определенные риски. Друзья, это очень важно, чтобы об этом мы проговорили. И на этом моменте, и естественно, да, тут ни в коем случае нельзя туда заходить с таким настроем, что я сейчас продам машину, продам квартиру и буду именно надеяться только на это. Здесь может многое что произойти, да. Но мы, естественно, смотрим, да, наблюдаем, как работает компания, как они трудятся. У них те рабочие моменты, которые за 4 месяца происходят, ну, они реально дают свои плоды, идут реально рабочие процессы. То есть на наше усмотрение компания изнутри старается максимально. Естественно, могут разные еще пройти удары извне. Были уже некоторые, да, хорошо, компания их выдержала, реально круто выдержала. К чему говорю? Если взять риски и взять возможности, лично мое мнение, все возможности они полностью перевешивают. Опять же, даже каждый должен для себя самостоятельно сделать свой
вывод, да. Но исходя из того, что компания выплачивает от 0 до 0,32, на данном этапе все 4 месяца, в принципе, максималку они и выплачивают, то вы сами видите, сколько это в месяц, сколько это в год. Да, а именно это около 10% в месяц, да, и вы можете эти начисления, или партнер и клиент, да, может эти начисления, которые ежедневно выходят в токене, опять же поменять на нашем обменнике, на евро, на биткоин, на этериум и вывести из системы. На чем компания зарабатывает деньги? Наша экосистема, именно все крутится вокруг экосистемы, она выстроена, по сути, из двух таких глобальных частей. Это первая такая, так называемая, первичная экосистема и вторичная. В первичной это у нас как обменник, да, то есть здесь у нас на каждом обмене зарабатывается комиссия, и чем больше аудитория, тем больше обменов, тем больше заплачено, естественно, комиссии. А взаимодействие на платформе всегда связано в одну или в другую сторону, всегда связано с обменником. На чем компания зарабатывает еще? Это торговля. Это компания на данном этапе CryptoTrust Consult. Вы можете зайти в ваш бэк-офис, вы увидите к этому все регистрационные документы. Увидите также, что средства, которые компания у этих, да, партнеров в работе и держит, они застрахованы. Компании из Германии, да, страховочной компании, очень знаменитой. Это все можете проверить. Но все идет к тому, чтобы у нас уже массово подключилась оплата через AXV токен. К этому все идет, потому что мы же и позиционируемся в этой сфере. То есть DAX — простое решение для платежей. Означает, что любой предприниматель, будем говорить сейчас про Евросоюз, там, где уже официальная работа, также будем скоро говорить про Арабские Эмираты, потому что там лицензия уже на готове, Таиланд и Южная Америка, Бразилия. Друзья, это все вы можете, многие эти моменты и лицензии, и пруфы, можете все в бэк-офисе скачать, это не то, что я просто говорю здесь, это вы можете также все зайти и проверить, зарегистрироваться, естественно, по ссылочке человека, который вас пригласил сегодня или дал вам этот видеоролик как ссылочку. Так вот, к чему идет POS, это означает, что предприниматели, которые представляют товар или услугу, устанавливают у себя, ну, по сути, там, терминалчик маленький, и у них новый способ оплаты. Человек, который оплачивает через XW, у него с кошелька стягиваются токены, а предпринимателю в то же время, в ту же самую секунду приходят евро, там, или же, там, ну, если там баты, там, дирханы, да, Арабские Эмираты, Таиланд, баты, и там Пезо, да, или как называется в Южной Америке, Бразилии, означает, что без задержки сразу получает предприниматель свою нужную сумму. И это очень важно. Да, всю документацию, все по бухгалтерии, все это он получает, и на этом получает новую аудиторию, лояльную аудиторию, потому что бонусы нашим клиентам и партнерам приходят ежедневно. Да, если они найдут в нашей системе, экосистеме именно, да, в среди мерчантов все, что им для жизни нужно, ну, по сути, рано или поздно у человека вообще пропадет мотивация какая-то там выходить в биткоин или в этериум, потому что все, что для жизни нужно, он может получить через EXW. Да, на этом моменте очень хочется с вами поделиться о том, что у нас еще в новом году, именно в январе запустится, где мы можем через EXW 100% проплачиваться. Я бы очень хотел с вами поделиться о том, что у нас в 20-х числах января запустится, где мы можем 100% EXW. Хочу, но не скажу. 4 января, да, это все официально заявится, но такого еще просто не было. И все к этому идет, чтобы человек, находясь в экосистеме, получая ежедневно бонусы, мог их максимально широко, максимально... Ну, в большом количестве, по сути, выбрав себе из большого количества магазинов то, что ему нужно. Да. Автомобильная программа уже у нас запустилась для резидентов Евросоюза. В первую очередь Германия, Австрия и Швейцария. Это долгосрочная аренда автомобилей, где также проплачивается 100% EXW. Недвижимость, долгосрочная стратегия. Здесь у нас недвижимость есть, где мы как... Частники маленькой суммы, как бы просто создаем один общий пуль, да, и в этом там идет компания свои бизнес-модели. И компания отдельно еще закупая, в основном это в Таиланде, в Азии, участки, застраивая их, ну и там на этом делая там свою выгоду. То есть с нами сотрудничают именно в каждой сфере, именно
сфере вот нашей экосистемы исполнительной, да, третьих лиц, все профессионалы, которые десятками лет находятся уже в этом бизнесе и выполняют. То есть этого компания зарабатывает, обменник сам по себе простой, да, интуитивный, в этом его, опять же, и цель, и прелесть, да, чтобы каждому любому было легко в пользовании. У нас есть исходная валюта, в этом случае это биткоин, у нас есть токен, в этом случае XW, да, вот мы видим на картинке, слева у нас amount, мы задаем сумму, сколько хотим поменять, справа нам автоматом пишет после знака равно, сколько мы получаем, в этом случае EXV, нажимаем на синюю кнопку exchange now и поменяли. Друзья, у нас мгновенный обменник на раз, два, да, instant exchange до 100 тысяч евро, мы человеку можем поменять его активы, да, и он может с ними делать, что хочет. Так вот, торговля, уже как сказал, все у нас в бэк-офисе, по картам CloudPay платежи в целом у нас еще в этом году, а может быть уже, наверное, в следующем году заявят о старте нашего внутреннего счета, то есть свой EXW-счет, к нему привязана и кредитная карта, которую потом можно будет апгрейдовать рано, ну, там свой процесс должен пройти, похоже, с автомобильной программы, да, то есть лояльность должна вами подчеркнуто было быть, да, в определенном виде, и уже не дебетовая карта, а уже будет возможность получить даже привязанную настоящую карту кредитную, которая к вашему внутреннему счету будет привязана. Об этом мы будем говорить на протяжении следующих там месяцев, как будет актуальная информация. Автомобильная программа довольно простая. Это, как уже заявил, для резидентов Евросоюза, Германия, Австрия и Швейцария. Это долгосрочная аренда на год или два. И выбирается модель, вернее марка BMW, Mercedes и Audi, выбирается модель. Есть одна месячная стоимость, которая покрывает налоги, страховку, сервис, там смену шин, в принципе все расходы в одной месячной стоимостью. И эту месячную стоимость можно проплатить в EXW 100%. Означает, подаем компании деньги, компания делает ежедневно, компания делает этими деньгами ежедневно новые деньги, новые токены. И эти новые токены на день, который приходит, смотря на месяц, да, это у нас общая сумма, покрывает полностью стоимость за аренду машины. Да, и это очень интересное решение, может быть, не для всех, потому что тут нужно или свои средства иметь, или же их заработать через бизнес-модель, которая предоставляется, XW, но для многих это именно очень интересное решение. О недвижимости также поговорили, это долгосрочная стратегия. Здесь мы маленькими средствами, по сути, да, заходим в общий такой пуль, да, их, они разные по Европе, по Азии, Австралии, мы выбираем срок, на который мы заходим, от 1 до 5 лет, и получаем дополнительно еще бонус к тому, что мы и так получаем, до 0,32 мы получаем еще один годовой, который выплачивается ежемесячно, да, 12 раз в год. Вот. И единственная разница, что здесь мы блокируем средства. Да? Если в первом случае мы можем в любой момент как бы взять и опять вывести на евро, там на биткоин и вывести из системы XW, то здесь мы получаем дополнительный бонус, но блокируем на минимум год, максимум 5. Да? Это уже разные стратегии. Авиапрограмма, travel platform. Ну, многие, наверное, знают сайт Booking. Вот похоже, как на сайте Booking. Такой функционал, это я уже могу говорить. Это означает бронировка авиабилетов, отелей, круизов. 100% оплата в EXW уже очень скоро ожидаем. Ну, этот быстрый рост за 4 месяца, да, на самом деле компания успела сделать столько, сколько многие там за, не знаю, за десятками лет не успевают сделать, да. Это, естественно, было, не осталось незамеченным, и компания была номинирована как лучший крипто-пеймент-сервис. И в Бангкоке, вот буквально сейчас пару недель назад, компания получила лучший приз, именно, вернее, приз в сфере как лучший Best Crypto Payment Service Provider 2019 года. И это на Gurus Award, это не просто на каком-то ивенте, да, друзья, если вы не знаете, то задайте в Google. Gurus Award, это, ну, это такой пик, да, именно криптоиндустрии, то есть на этом уровне получить такую премию, это реально значимое, да. Также хочу заметить, что наши фаундер и кофаундер,
да, получили приз как лучшие блокчейн-предприниматели младше 30 лет. Бенджамин Херцог, Мануэль Батиста и Пирмен Трогер, это тоже в Таиланде на ивенте выдавались. Вот они, вот Мануэль справа, да, с нашими адвайзерами, это топ-люди из криптоиндустрии, которые, ну, абсолютные профессионалы, которые лекции читают. Слева это самая молодая токен-архитект, которая сейчас с большими фирмами в Италии выстраивает это. Для них так и не, ну, модель токенизации, это для Ferrari, для Barilla, для больших итальянских компаний. Это наш адвайзер, то есть, да, вы зайдите на сайт, увидите справа, на правой стороне, да, вот человек в капюшоне, один из лучших гроу-хакеров. Ну, зайдите, увидите, да, это значимые люди, они выбрали EXW для себя самостоятельно, то есть не купленные, да, они видят в этом большую перспективу и будут, кстати, также в январе выступать на сцене. Многим, да, очень важно было прилететь в Австрию, увидеть все своими глазами, потому что в Австрии у нас именно главный европейский headquarter офис, да, и там весь менеджмент, и там проводятся личные встречи и семинары в том числе, вот, и там можно подписать документ о неразвитии и увидеть план 10-летнего развития. Вот мы буквально полторы недели назад были там с делегацией с Украины. Ну, естественно, EXW Convention 4 января в Висбаден, это очень важно, до 3000 людей ожидается на этом ивенте, и там будут анонсироваться, ну, новые продукты официально, то есть большим, естественно, таким шоу, да, это будет, ну, это будет история, да, то есть мы будем на этом мероприятии писать историю, и все, кто будут там, они рано или поздно будут вспоминать, говорят, помнишь, тогда мы там были, мы были на старте, это отправная точка, получается, в новое движение. Здесь на самом деле, да, вот один этот слайд не совсем соответствует, в Любляне больше нету, поменяю, обязательно сразу же поменяю. Ну, зайдите на сайт, на Impressum или Imprint, да, вы увидите актуальный слайд. Это, в принципе, все, кроме вот Любляны, потому что здесь полностью компания переехала в Эстонию уже, да. У нас Exchange проходит из Эстонии, это наша партнерская компания, хотя, ну, находится также нашим основателем Бену, да, Кандуси, это их партнер. Вот, а вообще Централ Холдинг слева направо, вот, да, это у нас Лихтенштейны, вот регистр номер, да, кому нужно пробивать. Все, в принципе, есть. Потом в Азии, да, все номера есть. Support Management, опять же, да, это то, что в Австрии, по этому адресу как раз у нас проводятся и разные там встречи. Ну, трейдинг партнер, это тоже можете пробить. Это именно ребята с Лондона, о которых я говорил. И Exchange Partner здесь. На сайте, кстати, также видите, на нашем сайте, на главной, да, лицензии, да, все там отображается. Так вот, это мы сейчас проговорили про сервис, да, предоставляется он на широкую публику, и мы исходим из того, или компания исходит из того, что он будет просто массово использован, потому что он простой, потому что он дает простое решение, и многие те, кто сегодня еще не понимает, что происходит, завтра будут хотеть с этого получить свою выгоду. И мы даем с разных сторон решения. И те, кто хотят на этом еще дополнительно заработать, да, есть возможность. Сейчас очень она актуальна, стоит включаться. Это моя рекомендация. Опять же, каждый, пожалуйста, принимайте самостоятельное решение. Что мы делаем? Мы делимся информацией, да, мы делимся полезной информацией. За то, что мы делимся полезной информацией, и через нашу информацию, подачу, да, человек узнает о EXW, самостоятельно принимает решение, важно, самостоятельно принимает решение, потому что понял всю выгоду для себя, и у нас есть возможность заработать, да, заработать. Именно мы говорим о том, что переводится в бонус-валет, потому что все остальное, человек пользуется сервис, который предоставляется, за это он платит свою комиссию, и все, это его деньги, да, но то, что он переводит в бонус-валет, чтобы компания дополнительно начала этим работать, вот тогда мы говорим о уже каком-то распределении, потому что он отдал средства в работу, да, поменял там на токен, там, не знаю, в валете, допустим, 10 тысяч евро он поменял на токены, получил количество токенов на данном этапе, там, сумма X. Вот, компания начала работать, ему выплачивает ежедневную прибыль до 0.32. То с того, что клиент получает, и именно с того, что по-новому ежедневно вырабатывается, вот это делится на компанию, как ее, как фирмен профит, да, и на структуру, да. Если у вас по вашей рекомендации, да, зарегистрировался один человек, и он отдал свои средства, получив взамен токены,
и получая, там, грубо говоря, как прибыль в месяц, ну просто чтобы считать было легче, 1000 евро, то вы получаете 20% с того, что он получает. Да, если он 1000 евро получает, вы получаете 200. Вот. Как только вы второго человека по вашей ссылке зарегистрировали, да, или он самостоятельно зарегистрировался, и он также активировался, то есть он отдал в бонус валет минимум 300 евро и выше, то вы уже с двух, не только с одного, а уже с первого и со второго получаете 50% с того, что ежедневно вырабатывается. Ежедневно по-новому вырабатывается. Не с депозита, который он там, те же самые там, 10 тысяч поменяв, как бы получил количество токенов, 10 тысяч токенов получил, допустим, да, просто... Вот, они не разделяются, то есть они работают ежедневно, но то, что ежедневно по-новому вырабатывается, оно идет в сеть и распределяется в том числе. Ну и по нарастающей, да, вот эта вот модель маркетинга, это может быть интересно тем, который говорит, вы знаете, вот эти вот все сетевые, мне неинтересно, я хочу за свой труд получить свою награду, я знаю, что я могу, да, и за мою первую линию я могу отвечать, я знаю, кого я... Кому и с кем я делюсь полезной информацией, да, и как мне нужно проработать так, чтобы у меня были клиенты в первой линии. Пожалуйста, чем больше у вас клиентов в первой линии, тем больше вы получаете пассива с пассива от вашей первой линии. А для тех, кто хочет строить команду, добро пожаловать. Здесь мы строим команды, мы вам поможем в этом. Мы очень успешно за это время, за 4 месяца, выстроили нашу русскоязычную структуру, да, и мы очень рады пополнению, и очень сильные лидеры подключились, сильные лидеры со всех стран русскоязычные, с России, с Украины, с Белоруссии, с Украины, с Казахстана уже сказал, да, и подключается все больше и больше, возможно, как раз через ваш драгоценный труд, если вы в этом сейчас увидите свою выгоду, дорогой мой сетевик, да, если вы как сетевик уже с опытом рассматриваете это бизнес-предложение, и у вас есть с кем поделиться, это абсолютно правильный момент делиться сейчас и узнавать все в тонкости, поверьте мне, 2020 год будет феноменальный для компании, для всех тех, кто запозиционировал себя сейчас уже сейчас. Да. Мы в новом году, в январе, анонсируем фишки в сетевом для продвижения именно продукта, который не имеет никакая другая компания. Компания заявит о старте новых решений, которые в криптоиндустрии в целом не имеют никаких аналогов. Да, а вы уже сейчас имеете возможность с вашими лидерами поделиться. И выстроив себе лидерскую структуру, это для тех, кто хочет заниматься сетевым. Но кто хочет научиться именно пошагово, да, и может быть не имеет еще никаких больших связей, этому можно научиться, да, то есть у нас идет довольно все просто. У вас есть количество партнеров, которые нужно, чтобы повысить статус, да, вот это сверху статусы, вот человек зарегистрировался, и потом пошел affiliate member, team builder, expert builder. Это статусы, это как бы это карьера, да, то есть вы идете на повышение при определенном достижении результатов, которые вы сделали с вашей командой, за то, что вы как лидер проявили себя, может быть, им стали сперва, а потом проявили себя, вели свою команду, да. Direct partners – это количество партнеров, которые должно у вас быть. Qualified Volume – это объем, который должен быть у вас общий быть от команды. Max Percent Per Leg – этот объем от команды, он также разделяется на количество максимальных там ног, как бы, да, или там веток. Минимальные ветки здесь должны быть. Это мы все проговорим, или можете проговорить с тем человеком, который вас пригласил. Тщательный, да, маркетинг у нас, к этому будут еще отдельные вебинары. Но что я хочу сказать, чем эффективнее вы работаете с вашей командой, тем больше вознаграждения вы получаете. То есть вам открываются в этом случае следующие уровни, да, вот affiliate member открылся вам уже при выполнении 1000 евро, да, и у вас, по сути, нужно 2 человека, которые по 500 евро, там, да, допустим, это уже выполнив этот уровень. Вы получаете со второго уровня тоже 15% с пассива. Означает контакты ваших контактов. Да, то есть это так называемая ваша вторая линия, 15%. И дальше открывается третья, дальше открывается четвертая, потом шестая, потом от седьмого до... Это люди от людей, от людей, от людей. И в этом-то и вся прелесть. Кто первый стал, того этапки. Мы сейчас находимся на моменте, где нужно делиться информацией. Не сделайте это вы, сделают это другие. Да, и люди, которых вы знаете, они будут проинформированы кем-то другим,
самое такое печальное, что может произойти, они как-нибудь придут к вам и скажут: слушай, знаешь, EXW из Европы, рассмотри, пожалуйста. А ты скажешь: да блин, я там уже нахожусь, а что ты мне не сказал раньше? Да, и это происходит уже сейчас, да. И нужно делиться. И чем чаще вы делитесь, тем больше вы будете получать результата, да, это к этому можно тоже прийти, научиться. К чему веду? Начинающий стартер может здесь сделать карьеру пошагово, да, и прийти к тому, что у него выстроится систематичный процесс, и он будет получать, и все вы, друзья, можете получать пассивный резидуальный доход за один раз сделанную работу, всегда повторяющую зарплату. И оно может быть так, что контакты ваших контактов, в глубину до 30 уровня, к этому нужно прийти, это нужно поработать. Это небольшая часть этого достигнет, ну, не нужно строить иллюзий, да, ну, какая-то, конечно, часть придет сюда, но многие, да, имеют возможность здесь за свой труд получить максимальные результаты, и они в денежной эквиваленте очень, очень сильно проявляются, да, и уже сейчас многие компании, многие партнеры нашей компании зарабатывают по 300, по 400, по 500, по 600, по 1000 евро в день уже сейчас, да. При этом мы абсолютно прозрачные бизнес-процессы получаем от компании. Также direct matching, да, это у нас от 20 до 20%. Потом team matching у нас от компании, что получаем, до 30 уровня в глубину. Leadership, потом есть еще там, ну, естественно, да, там Ambassadors Club у нас, President's Club, это уже, когда вы прошли уже определенный уже такой процесс работы, да, Ambassador Club, это и Ambassador Club, ну, скажем, такие на более тесном уровне работа с лидерами, с руководством компании, именно что касается President's Club, вот, директора уже потом, которые представляют основные ценности компании, являются частью того же самого Ambassador Club, ну и само построение у нас, да, по сути, она выстроится именно такие формы, что как армейская структура, есть у нас главный Chief Network Officer, который, да, Пирмен как раз один из кофаундеров, который передает информацию, в основном это Филипп Штромберг и Патрик Штромберг, это CSO World, и они уже идут все общение, вот у нас по понедельникам, у нас регулярные встречи, именно со всеми новостями, CSO Continent и CSO Country. Континент — это люди, которые отвечают за континенты и развитие континентов и языковых аудиторий, как в моем случае, да, это CSO Gus Heinrich Kerner, вот. И есть еще люди, которые уже живут в какой-то стране, там Украина, Россия, там без разницы, да, там, мы говорим про русскоязычные, также там в Америке, в Азии, где-то там. И эти люди знают культуру, знают политику, знают религию, да, и они уже отличное звено, и чтобы мы могли в локально, ну, в правильном русле, да, прикрутить XW в любой стране, да, и для этого так построена структура, и лидерская структура именно начинается всегда с квалифицированным пользователем, то есть который получает ежедневный бонус, да, потом лидер, который строит структуру и получает за это бонус, директор, который уже переходит в Ambassador Club, и президенты в соответствующем клубе, ну и потом рано или поздно Chief Sales Officer, которые будут еще также развиваться еще дальше в глубину. В принципе, друзья, в целом я вас хочу поблагодарить за то, что вы в это торжественное время, по крайней мере у нас в Европе, выбрали себе, ну, выбрали этот момент, узнав, да, что происходит. Всех вас максимально приглашаю на 4 января в городе Висбаден, потому что это будет значимое событие. И здесь происходит, да, в многих моментах революция. Здесь происходит в многих моментах, в хорошем смысле, революция. В том плане, что продукты и решения, которые компания выработала, многих из них, они являются, они держатся под патентом, да, который находится в компании. И в следующем году постепенно будут объявляться все новости, и многие из нас будут очень приятно удивлены, а просто в позитивном, приятном шоке. Так пусть мы будем все приятно, позитивно шокированы каждый раз по-новому, потому что у нас есть к чему стремиться, и все те, кто сегодня еще в 2019 году узнает, подключается, начинает действовать, вы максимально круто позиционируете себя на следующий год. И решайте, как для вас откликивается просто быть клиентом, получать на этом выгоду, использовать сервис, быть участником экосистемы и получать бонусы, да, и если вам это все нравится и вы готовы давать рекомендации, то, естественно, подключаться к нашему рекомендационному маркетингу, к нашим обучениям и получать максимальную выгоду за то, что вы делитесь
полезная информация. На этом с вами я не прощаюсь. Говорю до скорых встреч, уже до следующего года, да, потому что новая презентация у нас уже в новом году будет. И дадем сейчас место и время на вопросы, а запись мы сейчас останавливаем. Дорогие друзья, благодарю за внимание. С вами Андрей Кернер и на немецком Хайнрих Кернер.